Эй, всем привет, друзья, с вами Предатор, и сегодня мы наконец-то будем проходить этот замечательный хоррор Outlast. И я скачал дополнение Whistleblower. Ну что ж, давайте, у меня тут уже все настроено, громкость я понижу. Так вот, себе громкость специально повыше, чтобы было намного страшнее. Графика у нас высокая, управление все настроено. Субтитры показаны. Все. Ну что ж, новая игра. Думаю, на высокой сыграем. Кошмарно, я уже догадываюсь, то, что там опять будут две батарейки. Не свет будет видеть псих, то я уже вообще об этом не говорю. Там ты будешь с самого начала начинать очередной смерти. И все, начинаем. Блин, как я долго этого ждал, уже более полгода. Ох. Ну давайте посмотрим, что у нас будет. О, я могу вертеть. Что ж ты, быдло? Да ладно, это человек. Я вот власти впервые вижу нормального человека. Кроме нас. О, что ж ты, быдло? Ты куда пошел? Пусти! Откройте эти глаза, вам нужно не просыпаться. Просто... Что? В чем дело? Кто ударил вас? Сюда, позвольте помочь. Я буду читать субтитры, чтобы вам было понятно. Фу, псих, уйди от меня. Не лежи меня. Нельзя, фу. Эндрю, вы позаботитесь? Да. Я типа занят. Это звучит большая беда. Ой, господи, иногда я не смогу читать. Ну ладно. Билли Холл, черт. А, Билли. Бо, Билли, это этот же. Призрак. Черт, 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 ну давай же. Не надо мне этого делать. О. И чё? 2 часа назад. А, это уже так. Ух ты, нифига себе, проработали как. На незнакомый дальний полковник постараюсь сильно не затягивать, они могут видеть. А, слушайте, это же записка, которая в самом начале Outlast была. Нифига так проработано. Ультрабук, чувак, зажрался ты немного. Правда, это, по-моему, какая-то винда странная, я не помню уже какая. За нами кто-то пришел. Ты смотрите. Текстурку изменили этого главного героя, а звуки те же от него издаются. Ну, когда ему больно. Ну, люди должны об этом узнать. Отправляем email. Чё, давайте пойдем или что? Так. Не, реально текстурку поменять. Они уже 3 раза вызывали вас. Там что-то срочное. О, да. Старый Outlast. Здравствуйте. Открывать все так же. Фига себе. Пофиксили, я не знаю, добавили. Посмотрите. Он закрывает двери теперь по-осторожному. Крутяк. Все, теперь... Ну, надеюсь, нас не будут замечать. Так, ну что у нас здесь? Пусти. О. Псих! Ты что, куришь? Нельзя. Офигеть, это там, где Билли был. Что такое? Садитесь. Система РОВ. Так, где же вы были? Я могу позвонить по... А, так. Ну, надеюсь, вы будете читать. Кстати, записки теперь я буду немного читать, чтобы хотя бы понять суть чего. Что-то происходит. Так, ну чё? Ты чё печатаешь, а? Или что? Вы? А, Стив. Томография все еще не четкая. Ага. Что ты там печатаешь, а? Кого там ведут? О! Кто это? Кто это такой? Он что, вырывается там? Я не понимаю.
Ух ты, ё! Помогите мне, не дайте им сделать этого, не позволяйте им, вы, я знаю, вы можете их это остановить, вы должны им мне помочь. И успокойтесь, это... Все в порядке, агент Мистер Парк просто не ожидал. Я уверен, что он спокойный, полон желания закончить свою работу. Но присаживайтесь. Фух. Быстрее, Мистер Парк. Нужно будет повернуть голову, если мониторинг... Да. О, это Билли! Фига себе. Вставили как трубки в него. Что это с ним? У него что-то с кожей. Вы закончили, Мистер Парк. Можете идти. Не ожидайте ничего, кроме честной оценки вашей работы. Так. Вернитесь в свою комнату. Я прав? Защитите свой офис. Ну ладно, бежали. Может, тут бежим уже? Да. Отлично. Эй, двери. Мне нравится уже тут закрывать двери. Круто. Блин, это реально круто. Черт. Ух ты, тут тоже можно вламываться теперь еще. Ну ладно. Фух, я типа испугался. Тихо-тихо. Что такое? Да ёшкин ты кот. Ну что вы все ко мне лезете? На пол, вниз. Черт. Контракт на оказание услуг, инженер-программист, разрешение на службу безопасности третьего уровня, закончил с отличием университет Беркли, но все еще недостаточно умен, чтобы понять последнее, что муха должна делать в паутине ёрзать. Что? Ты чё мой ноутбук ломаешь? Он вообще-то денег стоит. Насколько глуп, что думаешь, что взаимодействие ноутбука она... Ладно, уже поедите. Что у тебя с глазом, чувак? Убийца, Мистер Парк. Классно вообще. Так. Ну давай. Прекрасно. Ага. А вы еще на меня пушки направили? А вот за санс, а? Ну, мы эта серия будет длиться довольно долго, где-то минут 30, так точно. Потому что мне очень не терпится узнать, что будет дальше. Да хоррэ ты меня бить, ты дурак, а? Ах ты еще меня это... Whistleblower. Или Whistleblower. Не знаю. Блин, наконец-то все, вот с этого момента, думаю, все начинается. Так, о, мы снова на этом месте. Так. Да уж. Хорошо. Давай, вставай, чувак. Да не надо же падать. Ой, ё-моё, это призрак! О, господи! Да уж, серьезно тут все. О, камера? Ура! Наша старая добрая камера. Что? Да уж. Ну что ж, что мы видим? У нас все херово. Это кто такой? Они все вышли наружу, ё-моё. У нас всего 5 батареек. Это многовато. Где сохранение? Так, слушай, чувак. Ты мне не нравишься. Фух, слава богу, он не ко мне шел, ну ладно. Что с ним делают? Психи мучают доктора. Ладно, ничего страшного. Проходим.
Заходи. Да, конечно, зайду я туда. Идите вы в жопу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Он бежит за мной! Бежит, бежит, бежит! Ай-яй-яй-яй-яй! Черт! Черт! Чертов призрак, ё-моё! Ладно, я больше сюда не пойду. Мало мне этого еще. Не пойду к тебе, ты чё, дурак, что ли? Так, 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 что же делать? Что, что, что? Блин, чё за фигня происходит вообще? Так, где все? Ой, мышку слишком резко сделал. Так, думаю, так хватит. Черт побери! Зачем я сюда зашел? Наш любимый Том. Вот возьми нож. Порежь его на. Привет, Сава, все нормально. Да ты качок, я посмотрю. Так, ну если что. Сейчас убирайся отсюда, пока я не передумал. Ладно, ладно. Ты что здесь делаешь? До свидания. Я не... Я тебе... О, господи! Ой-ой! Ай-яй-яй-яй! Блин, а уже накаляются страсти! Фух! Да ё-моё, вот я так и подозревал то, что он напрыгнет на меня! Блин, вот так и были подозрения, то, что он реально напрыгнет на меня! Плохая идея, мы увидимся через энергию. Так, фух, ладно, страсти накаляются, и это хорошо. Блин, это ж... Доведитесь до радио в тюрьме. Ох, классно. Так, уже что-то записывает. Вроде на К, нет, на Л. Нет, на H. Нет, на Б. Н. О, на Н. Если я умру. Я облажался, о боже, где я? Наверное, прошли часы. Или даже недели. Мозг забит, набит электричеством. Они заставили меня смотреть на двигатели морфогения технического кондиционирования. Мне нужна помощь. Нужно позвать на помощь. Лиза, прости меня. Даже если я умру, я знаю, ты найдешь меня. Я знаю, что ты... Не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь мою эту камеру вместе с моим телом. Надеюсь, информация сделает то, что я не смог, раскроет всю правду. Лиза, дорогая, прости меня. Я облажался. Я думал, что сделаю все правильно, но тупо облажался. Да уж. Привет. О, господи. Будь спокоен. Я так и думал. Пошёл в жопу. Я так и думал, что он встанет. Блин, тут, по-моему, побольше скримеров будет, чем в обычном Outlast'е. Спокойно. Тихо. Help me, please. I'm a doctor. I need to hold my...
Так, это что такое? Чувак. Классно, спасибо. Что? А. Мне такое ощущение, что сейчас что-то произойдет, ну ладно. Да-да-да, я понял. Все. Призрак, вот что ты делаешь? Вот я не пойму. Еще один идет. Ладно, я за тобой побегу. Стой! Куда ты вышел? Сам на эксит вышел, блин, меня бросил. Вот засранцы, ну ладно. Что же мы можем тут видеть? Музыка старая, добрая. Сюда давай. Залезь. Не сюда разве? А, наверное, туда. Что же делать, а? А, кстати, документик. Оставка файла на парка. Ну, вы если хотите, прочитайте. Поставьте на паузу, там прочитайте, а я... Пожалуй, не буду это читать. Если что, только заметки некоторые буду читать. Да. Так. Ну что ж. Ну, черт побери, как мне открыть это хотя бы? Да хорожать, ты че, да? Чё, неужели всё так плохо? А! Нет! Нет! Почему так мало батареек? Я не понимаю вас. Не знаю, может быть как... Выломай её! Не знаю, башку ударься. Может быть, вот надо сюда залезть. Может быть, вот так залезть. И вот так... Господи, наконец-то! Ладно уж, поменяю батареечку. Нам просто надо реально их экономить уже даже. Ну что ж, сам согласился же на... эту. Сам согласился на высокую. Я, кстати, слышал от некоторых людей здесь то, что, к примеру, от Томатика, он говорил то, что здесь будет еще показано, как создавали толстяка этого. Так, шкафчик здесь, значит, блядь, тихо. Не хочется мне туда идти. А у меня включено это. Так. Спокойно идем. Что же делать, я не понимаю. О! А я не знал, что здесь так можно. Опа! Просто смотрите. Прислонился. Оп. Оп. Посмотрел. Вроде никого нету. Не, ну я, конечно же, знаю то, что... Вот это место. Это кто? Что-то не хочется мне туда идти. У-у-у, вкуснятина.
Что? Типа нельзя смотреть, что ли? Дайте мне батарейку. Кто-нибудь. Батарейка, батарейка, ты моя. Эй! Так. Так, ну тут дверь закрыта явно. Господи! Что ж ты творишь-то? Что ты там написал? Не проси показывать мое тело, Лиза. После моей смерти, когда ты закончишь свой день... Мне аж страшно это читать. Что ли? Вкусно, да? Посмотри, как... Батареечку. Пожалуйста. Не нравится мне это место. О, господи. А, стоп, это место это. Я понял, что это за место. Не, ну здесь что ли так сделано, что ли, специально, чтобы батарейка кончилась, то уже находилась новая. Так, я вижу, чувак, что тебе кирово. Так, здесь ничего нету. Что ничего страшного. Закрой. Закрой. Все равно шумно. Все равно шумно он закрывает. Я сделал это я. Я думаю, здесь безопасно. Можете забраться. Кажется, здесь стоят наручники. Стой. Это лифт? Нет. Показалось. О, господи. Надеюсь, сейчас могу забраться обратно. Ну, хотя да. Это глупо. Не нравится мне это место. Черт. Зачем я сейчас согласился сыграть эту игру? Outlast. Черт. Да что ли? Это тот дед. Ах ты черт. Стой, дед. Ты меня не видел. Ты меня не видел. Черт, 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 беги, 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 беги. Я не знаю, куда я бегу, но я точно знаю, куда я выбегу. Закрой. Да! Спрятался! Здесь звуки изменили.
Открыл не тот. Тихо. Тихо. Он все еще здесь. Блин. У меня батарейки кончаются. Это жестко. Мне страшно выходить. Ладно. Я думаю, он ушел, по крайней мере, но... Куда мне бежать? Возможно, в эту дверь, если это вообще дверь. Так. Батарейка, батарейка, я тебя же жду. Черт, мне реально батарейку надо. Вы что, издеваетесь, что ли? Еще я должен тут, блин, батарейку вам разыскивать. Нет, они реально издеваются. Ну ладно, полезли. Конечно, я не понимаю, как это... Па! Господи! Ай, ё-моё. Так. Батареечка.